Я вас обманула. Это X. One, two, three. Пар со рта. Ой, здесь просто убийца на раз-два. Всем доброго дня, мои хорошие. И сегодня отличный день начался, просто превосходно. У меня сегодня с утра прям была практика, я под будильник встала, у нас 10 часов с девочками была практика. У нас сегодня была такая мощная тройка вообще. Короче, было очень круто. Вот проработать, увидеть какие-то моменты. Я все больше чувствую свою уверенность просто. Прям себя уже чувствую каким-то экспертом. Но я сильно не зазнаюсь, потому что я прям рада, когда случаются какие-то траблы. Потому что в этот момент я прям конкретно прорабатываю этот момент. Вот первый трабл, который у меня был в практике, я его настолько классно проработала, что сейчас прям... просто как трамплин отталкиваюсь, и так легко все идет вообще. И поэтому я такая довольная сегодня именно этим. Вот сейчас у нас еще будет английский язык с Денечкой. Пока что, я думаю, начать нужно с английского языка. Вот, потому что я учу английский, и прикольно с ребенком какие-то вещи, да, там я ему бывает что-то говорю на английском, он мне отвечает, понимает, он уже знает, у меня алфавит на английском, может считать на английском, он знает некоторые фразы, там я говорю let's go, он такой let's go, то есть, ну, понимает, о чем я говорю, вот, и вообще мне интересно, как пройдет урок, вот первый у нас сегодня, интересно. Так что сейчас уже через 10 минут начала, сейчас сделаю себе кофе. Дэнни, я уже предупредила, говорю, Денечка, сейчас у нас будет урок английского, будешь заниматься? Он такой, да, он вообще любит компьютер, вот так вот подойти к нему, и сейчас вот придет к нам учитель. Мне очень интересно, как это все пройдет. Вообще, сейчас делаю себе кофе, ловлю себя на том, что мне очень приятно и круто, что, знаете, онлайн занятия, что все больше мы переходим в онлайн, да, это на самом деле огромная экономия времени, да, огромный выбор, то есть за короткое время мы можем найти себе и преподавателя, да, и место, где мы будем это вести, это дома, да, и это не нужно собираться, одеваться, тратить время на дорогу, то есть настолько все это ускоряет процесс и ускоряет возможности, которые ты можешь вообще реализовать в жизни и обучиться чему-то, да, получить эти знания все за, ну, как бы не тратя время на что-то другое. И я, например, очень обожаю уроки онлайн. И вот сейчас, допустим, мы такие немножко приболевшие, простывшие, никуда не ходим, но благодаря тому, что есть онлайн обучение, можно продолжать обучаться, да, если ты, допустим, ну, хорошо себя чувствуешь, в принципе, да, можешь вполне себе сидеть за компьютером и обучаться, просто тебе нежелательно выходить бы вот сейчас мороз, особенно холодно на улице, да, одеваться, тратить время, плюс еще хорошо бы в тепле побыть. Ну, то есть я вообще нереально счастлива, что есть такая возможность вот обучаться дистанционно. Смотрите, вот так наш сайт выглядит. Вот здесь у нас, видите, английский. Здесь можно перенести, кстати, занятие. Вот 24-е в 14:00. Вот сейчас уже через 4 минутки у нас начнется. Подсниму вам со стороны. Ты, давай я. Давай, это что? Это ди. Ди, это... И. И. И, yes. Что это? V. Покажи. V. V. Uh-huh. Давай. Uh-huh. Это X. One, two, three, four, five, six, seven. Seven dogs, right, great, okay. One, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten! Great! Okay. Yeah. Bye-bye. Transformer. Get out! Get out! Я нажимаю. Раз, два, три. Unicorn. Unicorn. Еще один нажимай. Еще один. Юникорн! Ух ты! Здорово! Давай еще! Давай еще! Фэри! Байбай! Байбай! Элвис хэппи! Ты понравилась? Да! Еще будем заниматься? Да!
Классно, молодец, ты сегодня хорошо постарался. Ой, девочки, как весело прошел у нас урок. Я даже не ожидала, что будет настолько прикольно, продуктивно, весело, интересно, и что Деньке прям так сильно понравится. Как видите, он готов к следующему уроку. На самом деле SkySmart – это онлайн-школа дополнительного образования на основе Skyeng, который недавно я вам показывала, где я учу английский. Нам очень быстро нашли преподавателя, мы выбрали удобное время и удобный день, и вот уже из дома, никуда не нужно собираться, мы сели и прекрасно провели время, а главное эффективно, потому что преподаватели все профессионалы. И, возможно, еще помимо английского возьмем какие-то дополнительные предметы, которые будем также изучать на платформе SkySmart. Кому интересно, обязательно я оставлю ссылочку под видео, почитайте подробно, посмотрите цены, посмотрите дисциплины, которые там есть. И обязательно попробуйте, я уверена, вашему ребенку понравится не меньше, чем моему. В то же время, в том же месте. Лампу включила, это что-то я ее убрала. Все хорошо на самом деле сегодня, все замечательно. Так все у меня идет продуктивненько, эффективненько, прям лучше, вот как я мечтала когда-то, реально. Вот с работой сейчас все идет, как я хотела. Прям вот больше как будто и не надо. Не, ну надо, но не за счет того, чтобы я работала, знаешь, подруга моя. Бывает у меня, да, выскакивают вот эти темы. А за счет того, чтобы, ну просто вот как-то все оно работало и увеличивалось. Но не от того, что чем больше работаешь, тем больше у тебя получается. Вот как-то от этого хочется уйти. Я прям загружена вот так вот прям, да. И я рада, потому что когда-то мне этого не хватало именно в определенном направлении, да. Загадками немножко говорю с вами. Ну, такая я загадочная дива. Вот, сейчас я... Вот все хорошо, да, я сказала, все хорошо, все замечательно идет. Один момент, блин, у меня болит горло. Точнее, оно вот не болит, а оно вот... Вот что-то как будто здесь уже вот глотать, вот знаете, как-то не это. Короче, я заказала в Пятерочке сейчас малину. Заказала себе еще молока. Мед у меня еще есть. Ух ты, какая штучка. Дай мою. Сейчас, Дэнь, давай с девочками поговорю и поиграем, ладно? Короче, я понимаю, как важно здоровье, как важно наше здоровье. Мне никак нельзя болеть, потому что у меня бровки будут. Завтра мне свекровь красит, потом у меня бровки будут. Потом на мероприятие мне идти, потом еще мероприятие. Короче, до Нового года просто такой какой-то плотный график. Я вообще не понимаю, как раньше я существовала без плана, без календаря. Прикиньте, понятно, почему в моей голове вот так вот все было непонятно, потому что не было четкого плана, не было календаря, где все расписано. Сейчас, давай, когда мне мое. Говорят, на какой день мы там что-то сделаем? Давай мое. Я говорю первым делом, секундочку, надо заглянуть в календарь. У меня болит горло, и вообще, ну, как-то неприятный какой-то такой момент. Даже то, что оно не сильно болит, меня это немного смущает. Сейчас я покажу, что я заказала в Пятерке. Заказала 1500 яблок, как всегда, заказала бананы, все у нас сегодня закончилось, поэтому я заказала макароны на всякий случай, чтобы были, хотела опять взять эти экспресс, которые у меня были, но что-то их там не нашла, сливочное масло закончилось, сыр закончился, взяла ряженку Деньки, но молоко взяла, потому что я молоко с медом пью, и вот главное, из-за чего я вообще сделала заказ, и сейчас я вот прям сделаю, знаете что, лимон, чай травяной, он там с мятой еще такой, знаете, успокаивающий вечерний. И малинки. И вот я буду пить сегодня много-много, чтобы хорошо как-то пропотеть, не знаю, чтобы было. Ну, короче, мне помогает вот варенье, лимон, чай на ночь. Крошки, вообще сегодня такой день какой-то был, вот я правда такая вся, короче, в делах каких-то. Единственное, что вот хорошо, да, и прям продуктивненько мы позанимались, я очень рада, потому что Денечка сидит дома, и ему, конечно, скучно, он хочет пойти гулять, он мне сегодня говорит, я хочу гулять, с детками играть. Я говорю, Зай, ну мы пока вот такие вот, да, мы не можем пойти на улицу. Во-первых, можно еще больше заболеть, во-вторых, можно кого-то заразить, говорю, поэтому пока что сидим дома. И вот какое-то развлечение у него сегодня было, я рада, да, что... Вот так вот онлайн можно поразвлекаться, да? Новые люди все равно, да? И интерактивные игры. Вот, поэтому я, наверное, на сегодня с вами уже попрощаюсь. И все повыключаю. Пойду с Денечкой поиграю, сделаю себе чаек. И сегодня пораньше лягу. Вот, так что до завтра. Спокойной ночи. Всем доброе утро, мои хорошие. А на самом деле сейчас не утро, я вас обманула.
Я просто забыла сказать вам доброе утро, но утро у меня началось с того, что сегодня Дэнни не пошел в садик, мы более-менее выспались, я под будильничек проснулась в 10 часов, быстренько сделала себе кофе, и у меня была практика уже в 11, и мы с девочками, с новыми девочками сегодня была в практике, я была коучем, я была клиентом сегодня. И это было очень интересно, потому что у нас такая тройка собралась. Просто мы все на одной теме завязаны. Я была с одним блогером тоже в Инстаграме и с девочкой, астрологом, тарологом. И очень было интересно. У нас такая одни запросы очень похожие. Мы так по кругу их проработали. Это очень круто, потому что я вышла с инсайтами какими-то. Девочки все как бы проработали моменты, и все радостные вышли из сессии. Так что мы с утра уже такие раз проработали себя. Да, у Дэньки кашель, короче, немного насморка, температуры нет, и я решила поэтому пусть долечивается дома, не буду спешить его отдавать в садик, ничего страшного. Завтра у меня мероприятие, поэтому завтра я попросила маму приехать, она посидит с Дэнькой, а мы с Кристинкой поедем на мероприятие. Вот, что еще хотела сказать. А, сейчас пришла ко мне доставка, конечно же, пришла доставка, я думаю, надо девочкам показать, что я тут заказала, а я же еще не здоровалась, и вот я села с вами поздороваться. А сейчас приехала доставка с Пятерочки, я сейчас покажу, что я заказала. Итак, поехали, что я взяла. Я взяла для тостов хлебушек, для тостов же я взяла помидорчики сливовидные и огурчик мой, обожаю вот эти вот именно, ну, длинные, короче, гладкие и длинные, не знаю почему. Также взяла сосиски, но вообще-то, честно говоря, я думала, что они меньше. Вязанку я люблю, но вот они длинные такие, я не помню. Денька любит у меня их или нет. Ну, короче, я их взяла на всякий случай, когда, знаете, там я забыла заказать еду, еще что-то всегда должно быть. Для бутербродов я взяла карбонат юбилейный, молоко всегда должно быть, 2,5% беру. Бананчики закончились, взяла. Это тоже у нас салатик для бутеров. И еще я люблю бутеры есть. У меня вот закончился бургер-соус. Кто не пробовал, обязательно попробуйте вот этот бургер-соус. Он мне очень нравится. Реально, любой бутерброд превращает в какой-то супер-бургер какой-то модный. И еще взяла Хайнц попробовать сладкий чили, вот, тоже, ну, как новинка какая-то у них, короче, как для разнообразия. Также взяла сырнички попробовать, вот эти вот я не брала, Restoria Chef, без консервантов, натуральные, ну, короче, выглядят прикольно, вот, смотрите, какие они биточки, прям аккуратненькие. И взяла еще блинчики, вот это мне мама, по-моему, советовала, сказала, с пылу с жару, вот такой где-то показывала мне, говорит, в Пятерочке беру такой размер, по-моему, это вот... Они без ничего, просто греются в микроволновке, и Дэнька любит блинчики утром готовить, бывает, нет времени, ну, вы знаете, да, как я к готовке отношусь, поэтому вот такие блинчики по кайфу. И сок я взяла нам, мы любим сок, взяла рич яблочный. Крошки. Мне все звонит, пишет целый день. Я плохо себя чувствую. Просто резко, прикиньте, сижу такая, активничаю, мне с утра вот это вот все тра-ля-ля, просто голова, она сконцентрирована, вот там пишу, там делаю, там пишу. И просто в какой-то момент я начинаю чувствовать, что у меня как будто лицо немножко горит такое, знаете, хотя я ничего не делаю. Буду здоров. Ну, как бы ничего такого, ни маски никакие не делала, чтобы лицо горело. И, короче, я такая чувствую, что такое голова, а вот сначала голова такая чуть побаливает. А потом раз, и немножко как будто такой, не жар, а вот как будто маску, знаете, сделала какую-то там щипящую, щипит, которая чуть-чуть. И все, и что-то, знаете, такое состояние сразу такое накрывает. Хочется лечь, вот так. Какое-то пред 37-минутная температура, градусная, 37-градусная температура. Пред-37-градусная температура. Я не могу по-другому выражаться, девочки. Ну вот, вот так вот у меня все. Только вот с такими завихрениями, забубенями. Короче, я сейчас лежу, мне сказали, попей чай с лимоном и с имбирем. Но имбирь я не люблю, поэтому просто чай с лимоном. Но у меня даже нет сил встать, чтобы налить себе чай с лимоном. И вот у меня такое внутреннее желание реально просто лечь и лежать. И даже не смотреть сериал, даже просто вот, мне кажется, поспать мне бы надо. Вот. Но я так прилегла, мне вроде чуть полегче стало, снимать вроде сегодня ничего не надо. Хотя, если бы я себя хорошо чувствовала, я бы поснимала, мне надо. Вот. Но у меня есть снятое, то, что надо смонтировать. Но это опять сидеть за компьютером, надо сейчас немножко отдохнуть. Ну, в плане полежать, прям вообще мозгом своим отойти от дел. А то у меня голова начинает болеть. Вот, съесть что-нибудь вкусненькое.
выпить чай с лимоном и просто полежать. Иначе, если я так не сделаю, мой организм меня просто положит сам. А у меня завтра мероприятие еще. Короче, раскисать нельзя. Я еще, кстати, умудрилась попылесосить, поубирать и в зале, и в детской. В детской и в зале. У меня чисто и в детской, и в зале. Еще молодец. Батарейка села на пылесосе, поэтому дальше не продолжила. Сегодня мы что-то с Данюшкой вместе себя не очень хорошо чувствуем, да? Сегодня Данька что-то прыгал первую половину дня, а вторую половину дня уже не прыгал. Вот так вот спрятался в подушке и говорит, спать пойдем? Говорит, спать пойдем. А время у нас 8 часов. 8 часов 19 минут. Я говорю, ну пойдем спать. Выключила свет. Сейчас все выключаю. Мы пойдем вместе спать. Точнее, Данечка ляжет спать, а я потом пойду монтировать видосы. Такая вот работа у меня. Солнышко мое. Та-дам! Всем доброе утро, мои хорошие. Мы проснулись. На улице снег у нас, вы представляете? Я выйду на улицу, я вам подсниму снег. Мама наверняка чувствует новогоднее настроение теперь. А я не очень-то вот хочу снег. Тем более сегодня мне нужно так одеваться по-деловому. Я собираюсь сегодня одеть костюм. У нас сегодня мероприятие, мы с Кристиной встречаемся. Открытие у нас кабинета молодости, вот что-то такое интересненькое там подготовили, прям все четко, начало в 13:30, не опаздывать, вот, так что сейчас я пойду быстренько помою голову, накрашусь, соберусь, и сейчас уже приедет мама Чоли, она с Денечкой останется, вот, я еще забегу в пару мест, и на мероприятие, вот мы едем с Кристинкой. Еду на машине, мероприятие днем. Я не думаю, что там будет какой-то фуршет. Деловой стиль у нас сегодня, поэтому все по-серьезки. Доброе утро. Смотрите, вырядилась красотка. Решила одеть эту шапочку, но на всякий случай взяла обычную шапку. Пар со рта. Мы с моей малышкой еще зимой не зимовали. Зиму не зимовали. Так, завелась нормально. Вот, ледяная вся стоит, холодненькая, надо ее хорошенечко прогреть. Я вышла чуть-чуть раньше, не должна опоздать. Вот, все, вот так вот шляпкой. Слушайте, ну мама сказала ветер, ну да, немного ветер есть, прям так морозненько, но шапка не улетает. Так что я думаю, что я в ней потусую. Как вам, идет мне такой образ? Да, кстати, я помыла голову сейчас специально так, и у меня сейчас серость вот эта сошла, контраст стал меньше, и вот кто переживал, ну, я сама не переживала, на самом деле, я знала, что к Новому году еще там 1-2 раза я помыла голову, и прям вот эта серость уйдет, и все сравняется, и будет идеальный прям цвет, который я хочу, но вот вначале вот так серость набирает вот это. Вообще, ну, все равно в идеале мне хочется, мне хочется все-таки, чтобы волосы прям были вот как вот эта полоска. Не серые, а я имею в виду осветленные вот такие. Поэтому, возможно, что да, чтобы не заморачиваться дома. Хотя я все равно до сих пор не знаю, будем заморачиваться или нет. Я бы прям почистила чуть-чуть, наверное, на 3% вообще всю длину. Потому что у меня не тотал блонд, на самом деле. Не, как бы он весь блонд, в общем-то, да. Но на самом деле мне красили там на 3% через технику вот это вот начесывание, да, как она там называется, я не помню. И как бы получается, какие-то пряди были осветленные на 3%, какие-то нет. Потом второй раз пришли опять через технику начесывали, значит, какие-то осветлились еще больше, какие-то чуть-чуть, ну, короче, там полная гармония цветов, но только нужно, чтобы эти цвета были одинакового оттенка. Я, конечно, я люблю сочетание холодного с теплым, но только если это золото, и на одной руке холодное белое золото, на другой руке желтое. Когда это вот в сочетании вот прям вот, вот я что-то нет, не очень. Ладно, все, я побежала уже. По времени я все успеваю, все четенько. Так, я помню, я была в этом салоне. Я вам сказала, да, что открытие салона здесь. Я была в этом салоне, то есть там открытие, видимо, кабинета. Кабинета, да, крутого какого-то. Который будет нас, красивых девочек, делать красивыми. Еще краше. Вот. И тут в центре у нас, как всегда, с парковкой туго. Я прям нашла парковку такую и аж со страху припарковалась. 250 метров, 270 метров от места назначения. Вот. Но ветра нету здесь какого-то сильного. Иду пешочком, я тем более в удобной обуви.
Хоть и на подъеме, на каблучке, но сплошная подошва, то есть нет такого. Но тут склоны прям, девочки. Аккуратно. Короче, иду. И Кристинка уже подъезжает где-то рядом. Короче, не буду отвлекаться на камеру, а то я прям сейчас здесь подскользнусь перед вами. Будет очень смешно, да? Благодаря камере и подскользнусь, потому что одна рука в кармане, а другая не балансирует. Девочки, я реально прошла вот здесь, вот это просто жесть. Сейчас не скользко, ничего. Как люди здесь ходят, здесь просто убийца на раз-два. Вот он, центр эстетики Марфа. Вот тут у них открытие. Надеюсь, я не рано, я переживала, чтобы не опоздать. Эмоции, которые мы в течение жизни зарабатываем, да, и вот эта живая мимика, она, конечно, в какой-то момент уже начинает оставлять вот эти следы на нашем лице. И вот такие следы мы можем убрать как раз с помощью ботулотоксина, то есть расслабив наши мышцы лица, расслабив мимические морщины и придав коже такой вот прекрасный отдохнувший вид. Ух, мои крошки! Закончилось мероприятие, я его чуть-чуть подсняла, по-моему, да? Ну, на самом деле, я внимательно слушала, что там говорили, у нас открылся кабинет. Я была уже в этом салоне, мне делали чистку, обалденные там профессионалы, которые прям замечательно подбирают тебе твой уход. Мне делали шикарную чистку, мне делали пилинг, вот, и я туда только за чисткой, за пилингом. А теперь я, возможно, туда еще и поеду за уколами красоты. Вот, потому что у них сейчас открылся кабинет, приезжали, в общем, представители с московского центра, то есть это такая, ну, как можно сказать, сеть, да, в Краснодаре уже есть. Вот, в общем, кабинет красоты открыли, где наши же врачи-косметологи будут проводить и, как это называется, бутулотерапию, да, или ну, короче, как-то ботокс называется там по-правильному. Нам, в общем, рассказывали там все плюсы-минусы, насколько это все дело безопасно, насколько это важно. И вот у них как раз-таки они специализируются на том, чтобы делать технику full face, а я ни разу не делала. Как помните, я уколола себе лоб, уколола здесь, уколола здесь, уколола здесь. А и оно все, короче, вот это вот там, ну, как бы... В целом мне понравилась процедура, но все равно лоб там раз обездвижился, да, здесь впадины получились. Ну, как бы, они говорят о том, что должен быть индивидуальный такой подход, да, к лицу. И как бы надо учитывать все моменты и делать по всему лицу, чтобы как бы одно другое не подтягивало. То есть, чтобы балансировать и гармонизировать работу, да. И, в общем, они нацелены на то, чтобы блокировать то, что делает наше лицо хмурым, то, что тянет нас вниз, вот эти вот все наши мышцы, да, их блокировать, и тогда активируются те, которые идут на лифтинг. То есть мышцы, которые идут на лифтинг, они останутся в работе. И тем самым, короче, гармонизируется вот лицо, и все красиво получается. И не получается так, что что-то одно замерло, другое не замерло. Своим языком говорю, да? Так, и еще по поводу того, что говорили, что сейчас, ну, уже не модно и не актуально, когда все забетонировано, да, что все равно живые эмоции остаются. И вот косметологи, которым... я хожу, да, и вот сегодня то, что вот было открытие, они нацелены на то, чтобы делать full face, да, ботулотоксином, делать его грамотно, то есть там уже обученные люди как следует, все врачи, опять же говорю, да, что немаловажно хорошие препараты, то есть это не то, что из-под закоулков что-то подешевле, да, то есть цены нормальные, но зато ты будешь точно знать, что там тебе все нормально сделают, и ты не будешь жалеть, да, ни о потраченном времени, ни о деньгах, ни все такое. Вот, и что, я проконсультировалась, мне, в общем, там уже дали какие-то рекомендации, я уже записалась на чистку, потому что перед Новым годом хочется быть красивой, на чистку, на пилинг, и там она уже, она и так посмотрела примерно, сказала все, что мы можем сделать, с чего начать, как бы все потихонечку. Вот, и, в общем-то, я записалась, и что-то мы перед Новым годом сделаем. Я очень хотела, и как раз рада, что у них открылся этот кабинет, потому что мне нравятся именно там профессионалы. Вот,
именно девочка одна, с которой я уже, которая делала мне уже лицо. Я такая думаю, вот, блин, я к ней схожу с удовольствием. Вот, ну и очень уверенно посмотрела на мое лицо, говорит, вот здесь мы тебе сделаем вот так, вот здесь мы тебе сделаем вот так. Ничего не поменяется, может быть, для вас, да, но так как я знаю очень хорошо свое лицо, да, знаю, что мне там хочется, где подтянуть, что уменьшить и так далее, то вот... Вообще, короче, очень много узнала о ботоксе, что он вообще делает, как он в медицине применяем, да, насколько он вреден и не вреден. В общем, очень было интересно все это узнать. Вот сегодня у нас был такой деловой, можно сказать, деловое открытие, да, все такие были красивые, девочки поприходили тоже. С удовольствием провели время, было шампанское, но я за рулем, и днем шампанское, ну не знаю, не, я могу, конечно, и днем шампанское выпить, но что-то я за рулем, естественно, какое шампанское, я пила кофе, и ела сладюшки, и была в приятной женской компании, вот, и, короче, я в предвкушении того, чтобы напитать свое лицо вкусняшками всякими, и быть красоточкой, еще краше, чем сейчас. Сейчас я еду домой, заехала сейчас быстро в магазин один, чтобы вам видео на второй канал подготовить. Вообще классные покупочки сделала, и сейчас вот бегу домой. А, шапочку, кстати, видите, переодела. Вот когда ты в Панаме выходишь, да, то Панама это так вот, ты раз там вот пофоткаться или куда-то выйти, зайти, но по улице долго не ходить, особенно если ты спешишь, там лучше тогда ее оставить в машине. Я взяла на всякий случай шапку такую обычную, и сейчас я как раз ехала, мне нужно было быстро ехать. Быстро бежать, быстро ехать, быстро бежать, и я не хотела эту шапку держать. Все равно уши задувает в этой шляпе Панаме, да? А так, чтобы тепленько тебе добежать, и не слетела шляпа, чтобы... Это, конечно, шапка. Шляпа, которая не слетает, это шапка. Запомните. Красиво, да, но надежнее обычная шапка. Ушанка. А где бы вы еще увидели мой полный лучок? Вот так я сегодня ходила, даже не застегивалась. Нормально, не замерзла. Так, ну что, я приехала домой, мама Чолю отпустила. Мама Чолю мой незаменимый человек. Вот, я уже с ней договорилась о следующем ее визите, когда у меня просто перед Новым годом все расписано, и чистка, и брови, все это разные дни. Вот, и свекровь подключаю. Короче, бабушки у меня золотые просто, вот честно. Большое им спасибо. Тем более Денечка сейчас так неважно себя чувствует, в садик не ходим. И, соответственно, я сижу целыми днями дома, а мне нужно выходить и хотя бы перед Новым годом сделать какие-то прям, ну, необходимые вещи. Вот, поэтому у меня и воскресенье, и понедельник, и среда. Мне нужно куда-то выскочить. А с Денькой, ну, как бы в его состоянии, может быть, куда-то бы я и с ним могла пойти, но с его состоянием лучше ему быть дома, вот, и уже, ну, как бы выздороветь до конца. Вот, поэтому большое спасибо моим родным, которые помогают мне с Денечкой. Вот, я сейчас довольная, счастливая, пришла домой, сейчас я переоденусь. Я была сегодня такая, смотрите, у меня лук какой я была. Я не показала вам, да? Я была в красивом таком костюме, который мне понравился. Вы смотрели в капсуле, да, он пришел мне очень крутой, все заценили мой образ такой весь стиляжный. Вот, сейчас, короче, я переоденусь и немножко, это, преуспокоюсь. Фух. Короче говоря, пришла домой, еще начала снимать. Болит горло теперь у меня. Сейчас пью молочко. Короче, не знаю, по-моему, от Деньки передалось мне, по-моему, вот это немного состояние его. Чуть-чуть так носик закладывает. Сейчас много говорила, горло подсело даже. Вот. Ну, я люблю горячее молоко с медом, поэтому я с удовольствием его пью. Так что желаю вам спокойной ночи на сегодня. Завтра увидимся. У нас, кстати, 2 дня дома мы, а потом в воскресенье я записалась на бровки. Да, чуть-чуть пораньше на бровки поеду. В воскресенье мама должна приехать. В понедельник свекровь. Со всеми договорилась. Мои незаменимые девочки, помощницы мои, бабушки наши. Любим вас. Thank you.